Я видел твое объявление. Чем помочь? Мой брат воюет. Я не боец, но сделал для него меч, чтобы он прославил нашу семью. Благородно. Спасибо. Но что мне делать? Я не могу передать ему меч. Путь слишком опасен. Кажется, я подвел его. Поручаешь доставку мне? Именно. Доставь целости и сохранности. Я этим займусь. Я твой должник. Мне пора идти. Это тебе. Посылка от кузнеца. А, то, что нужно. Это тебе за труды, Мистий. Ты знаешь, что мы будем охранять партию наконечников для кур? Это лишнее. Просто потрясающе. Я всегда предпочитал того. Вот как выглядит война. В историях она другая. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Здесь.
Здесь кто-то был. Я убил. Вот!
Я здесь по поводу работы. Что случилось? Мой муж – истинный воин Спарты. Дома я играю ему на лире, а он гладит меня по волосам, рассказывая о битвах. Не все браки так удачны. Ты должна быть счастлива. Хочу послать ему прядь своих волос. Но мы спартанцы. Может, ему больше понравится, если я убью афинского командира? Как мило. Любовь — это прекрасно, Мисти. Заняться доставкой должен я? Нет. Избавься от предводителя. Ладно, я берусь. Спасибо, музам. Можешь предоставить это мне. Заслужил награду. Снова ты? Ты убил его? Он уже мертв. Ты впрямь великий боец. Спасибо. Держи. У тебя есть сила, талант и находчивость. Моей команде нужны такие люди. Что скажешь? Теснота твоего корабля не для меня. Прости, я остаюсь. Жаль, тебе бы понравилось в море.
фігнете. Не стоит здесь оставаться. Записка была на доске. Чем помочь? Разбойники украли у меня папирус. Ты знаешь, сколько он стоит, Мистий? Новый мне не по карману. А стражникам нет дела до моей беды. Я должен отнять это у разбойников. Да, верни в целости и сохранности. Я помогу. Даю слово. Ты просто герой. Можешь предоставить это мне.
Я опасное место. Твое время пришло. Умри! Thank you.
легко. Это твое. Спасибо богам, что столкнули нас. Это тебе за труды. Мне нужны такие люди, как ты. Присоединишься ко мне? Мое место здесь, Мисти. Хоть это и заманчиво, странствовать с тобой по Греции. Жаль, тебе бы понравилось в море. Твоя записка была на доске. Что случилось? У берега затонул корабль Спарты. Все воины погибли, но их оружие еще может пригодиться. На корабле был сундук с вооружением. Тогда будь его. Спартанцев не учили сражаться с акулами. Просишь вспороть этим акулам брюхо? Да, в этом-то и смысл. Я помогу. Спасибо. Сделай все аккуратно. Хайре.
Здесь могут быть вражеские корабли. Ждите приказов! Куда? Никого! Thank you.
Убью! Soy Petios.
Huh?